Ну, сейчас опять песни будут на стихи Лады Баламова. Причем вот сейчас я вам спою две разные песни на одно и то же стихотворение. Ну, так получилось, что вот мне показалось, одной песни мало. А вы потом выберите, какая вам понравится больше. Мне нравится обе. День удлинился, на улице плюс, пахнет ручьями и тающим снегом. Банды котов репетируют блюз, птицы из луж устремляются в небо. Мне бы за птицами только беда, выпало зверем с крылым родиться, и остается одно наблюдать, как в небесах рассыпаются птицы. Я раскрываю пошире окно и обменяю закон тяготения. Нет, невозможно такой весной в небо смотреть в городском заточении. Кто там сказал про бескрылье людей? Тот, кто крылатым с рождения не был, вверх над сплетением дворов, площадей, вдаль по весеннему синему небу, с птичьими криками, с воем котов, странную стаю я клином построю. Всех, кто сегодня взлету готов, я приглашаю навстречу с весною. Ну, это такая вот такая мажорная, оптимальная, как-то оптимистическая. Вторая тоже, кстати, не пессимистическая, ну, вот совершенно другое настроение. День удлинился. На улице плюс пахнет ручьями и тающим снегом. Банды котов репетируют блюз, птицы из луж устремляются в небо. Мне бы за птицами только беда, выпало зверем бескрылым родиться, и остается одно наблюдать, как в небесах рассыпаются птицы. Я раскрываю пошире окно и отменяю закон тяготения. Нет, невозможно такой весной в небо смотреть в городском заточении. Кто там сказал про бескрылье людей? Тот, кто крылатым с рождения не был, вверх над сплетением дворов, площадей, вдаль по весеннему синему небу, с птичьими криками своим котов, странную стаю я клином построю. Всех, кто сегодня взлету готов, я приглашаю навстречу с весною.
Ну правда же, две разные песни, да? Или мне только так кажется? Второй вариант ранний Захаров. А первый поздний, да? Наверное, удачный оба. Вообще не Захаров.